концерта всегда принято приветствовать публику и говорить: мы очень рады видеть вас сегодня. Я всегда очень от души говорю это, но сегодня я не знаю, как передать, я очень рада вас видеть. Песня, которую сейчас мы сыграли для вас, называется «Мое сердце цветок». И слова, которые есть в этой песне, это: когда ты улыбаешься, я всегда могу видеть твое сияние, поэтому позволь этим цветам в твоей душе расцветать, 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 расцветать. И очень особенно сегодня исполнять эту песню, потому что ровно в этот момент по всей земле проходит, не проходит, а наступило такое время, которое называется «Час Земли», когда люди во всем мире думают о Земле с любовью и стараются поберечь ее тем, что берегут электроэнергию, свет, пытаются созидать. Поэтому сегодня у нас с вами час любви и час Земли. Thank you.
Я все свои песни люблю. И ту, которая сейчас прозвучит, тоже. Она необыкновенная. Она была написана мною после долгого периода молчания, когда я занималась своей дочкой. И у меня не было много времени, чтобы заниматься чем-то другим, кроме нее. А потом ко мне музыка: «Возьми меня и унеси далеко отсюда, потому что ты знаешь мое настоящее лицо, потому что ты знаешь, где мое место, потому что я знаю, ты ждешь меня». Where I gotta be, and now I know to hold.
спасти небо из рук Господа. И у него есть имя, ослепительное, невинное белое имя — снег. Oh.
is a secret. Snow in the air, snow in the air, snow. Саша Роговский, гитара. Салман Абу. Труба. И он же тромбон. Следующая песня. Друзья, у нас сейчас земли, ну или любовь, все про любовь, сколько песен можно. Ну вас так много, ну предположите. А что? Не, про детей еще рано, но будет. Давайте я вам подскажу, это слово начинается на букву М. На букву М тема. Тема далекая, неуловимая, но очень желанная. А когда их много, они... О! На камнях, на росе, на холодной земле, в небесах. На камнях и в зеленых листах. Там, где я, там, где ты. Где волна красоты. Там рисую свои мечты. Это, между прочим, фристайл. Thank you.
Oh,
что были в этой песне. Анатолий Кожаев, контрабас. Вдохновением для следующей песни. Есть один замечательный город, который подарил мне лучшую весну в моей жизни и жизнь любимого человека, который очень дорог для меня. Мне понравилось, как вы угадываете. Город начинается на букву... Так, ты не говори, ты знаешь. Все, кто знает, не говорите, тут много своих. Кто не знает, играем с вами. Начинается этот город на букву... К. Так. Вы должны были помучиться немножко. Ну, вы угадали с первого раза, конечно же. Кто-нибудь когда-нибудь встречал майские праздники в Киеве? Поднимите руки. Поднимите руки, кто был в Киеве вообще когда-нибудь. Сейчас я задам один вопрос, только, пожалуйста, ответьте на него «да», а не «нет». Вы любите Киев? Если мой любимый сейчас смотрит этот концерт в прямой трансляции, я должна сказать ему: любимый, спасибо, что ты есть, спасибо, что ты вдохновил меня на эту песню. May is so green. Thank you.
сажает сама ногой. Я решила объединить в один такой небольшой блок, потому что обе эти песни посвящены тоже очень дорогому, маленькому и очень важному человеку в моей жизни. Эти песни я написала про нее. Первая из них называется «Ребенок перед зеркалом». Я обращаю ее своему ребенку и своему ребенку, которым я была когда-то, потому что все мы родом из детства. В этой песне я говорю: подойди к зеркалу, и что ты увидишь? Только будь честной, потому что каждый ответ правилен, ведь Господь создал тебя с великой любовью, и в твою душу Он спрятал несметные сокровище и сказал: ты идешь в этот мир, чтобы любить.
so beautiful tonight, shining on your face. Small stars, thousand butterflies, sure do as they dance. Summer day, the winter day, I will always be a star. Что сегодня вы с нами, вообще я считаю, что благодарность — это одна из фундаментальных вещей, которая есть в этом мире. Вы знаете, я очень виновата перед одной своей близкой подругой. Дело в том, что каждый концерт она приходит самой первой, и каждый раз она уходит самой последней. Она держит в голове все техническое устройство. Весь концерт находится с нами очень чутко. Она знает мои песни почти наизусть. Она записала вообще все мои треки, которые кто-либо из вас мог слышать где-то в интернете, мои песни с бэндом, там, где я играю одна. Это дело ее рук. И дело в том, что
очень часто я в концерте забываю ей сказать спасибо вот в этой эйфории. Поэтому за все те разы, что я забывала сделать, Любонька, прости меня, пожалуйста. Мы все благодарим тебя. Я хочу, чтобы самые теплые аплодисменты сегодня прозвучали для тебя наш звукорежиссер Любовь Золотова. Нас очень, очень много в этом зале. И благодарность, которую мы принимаем от вас аплодисментами, вашей энергией, мы сегодня также принимаем в материальном эквиваленте. Если у кого-то из вас есть желание и возможность оставить свою бумажную благодарность за то, что происходит сегодня, то на сегодняшнем концерте, как вы знаете, нет входных билетов, а есть система, которая называется Pay What You Want. Это такое меценатство. Там при входе есть вам такая гитара, на ней, по-моему, нет струн. Вот это такое дупло, это волшебный ящик благодарности сегодня, который мы заглянем после концерта. Да, вот такие обыкновенные дела, и следующая песня называется «Да это же не любовь, это обыкновенная страсть» – «Ordinary Passion». The same story, I'm so
Это, да, это совершенно импровизационный момент. Я вспомнила свое стихотворение одно, потому что эта песня называлась, да, там, «Любовь, страсть», а следующая песня про дружбу. Это такое стихотворение. Если ты уйдешь, она простит, а уедешь далеко, не загрустит. Как бы ни было, ей главное лишь то, что тебе легко и хорошо. Это дружба. А другая ждать совсем не может. Ожидание горько душу гложет. Ты ей нужен весь и целиком. И кричит мое. Это ordinary passion. И никак не можем разглядеть, ведь за спиной притаилась третья. Эту песню я посвятила своим друзьям, которые находятся в сложной ситуации, которым иногда совсем не радостно и не весело. И я в этой песне хотела сказать им: не грусти, этот день светлый, за ним идет день темный. Но если тебе грустно и у тебя в душе пасмурно, пожалуйста, возьми мое пальто, потому что ты должна знать, ты бесконечная любовь, ты бесконечная сила, поэтому тебе не нужно слишком много причин, чтобы мне позвонить. И тебе не нужно слишком много причин, чтобы меня любить. Но возлюби меня так, как ты возлюбила себя. You say, but all you gotta know, you always had a friend.
Без бисов, да, потому что за нами есть еще мероприятие. Поэтому я должна сказать вам важную информацию. Если вы захотите спросить, где можно увидеть нас в следующий раз, я должна открыть вам очень важную информацию, что 5 апреля в клубе Music Town будет великолепный, замечательный, потрясающий. Если бы я сама не была музыкантом, я бы туда пошла. Фестиваль, который называется «Вдох». Чем он прекрасен? Почему он мною так любим? Помимо того, что там всегда звучит замечательная музыка, в этот раз там много будет лично моих друзей в лице замечательной певицы Гаяны, в лице Нани Евы, в лице команды «Термайт» и многих-многих музыкантов. Если вам интересно, что сейчас самое актуальное происходит на музыкальной сцене Москвы и какое творчество зреет, потому что все, что происходит на фестивале «Вдох», это замечательная авторская музыка. Вот и в течение 2 часов, 2.5 часа там происходит замечательное действие. Поэтому, если вы будете свободны в этот день, приходите вдыхать вместе с нами. И что вас позапись? Краткое содержание следующей песни. Сейчас я стою на сцене и выгляжу вполне себе уверенно. И вы можете подумать, это здорово, это так экстраординарно. Но наступит следующий день, и как знать, может быть, мое настроение-то будет совсем и не таким радостным, как сегодня, потому что на этой земле ничего постоянного нету. И так случилось, что я занимаюсь этим делом, и кажется, я не хочу быть королевой красоты, звездой телеэкрана и кем-то, в общем, таким. Потому что все, что я умею, это петь песни, которые приходят ко мне со звуком, которые приходят ко мне из моей души. И пусть в этой жизни я не получу премии Грэмми, никто не остановит меня, чтобы сочинять эти рифмы.
would be here in my kitchen, but I know one day it's gotta meet ya. It's gotta be this way. Sometimes I dream about big popularity, but it never replaced this insanity. Oh, it's gotta be this way. I don't wanna be a beauty queen, I don't wanna be a movie star, I just wanna be always real and happy. So when I see me standing on the scene, maybe you think it's something extra fly, but I don't wanna be a beauty queen, just wanna sing my songs. No good when peace, I got the remedies. Lifetime, but one can hold me when I'm making my rhymes. It's got to be this way. But sometimes I dream about big popularity, but it never replaces the sincerity. Oh, it's got to be this way. I don't wanna be a beauty queen, I don't wanna be a movie star, I just wanna be always real and happy. So when I see you standing on this scene, maybe you're thinking something extra fly, but I don't wanna be a beauty queen, just wanna sing my song. Thank you.
неплохо. Продолжим. Продолжим. Но давайте добавим нотку конкурентности и посмотрим, кто более чудак. Аудитория мужская или женская? Давайте попробуем женскую партию. Сейчас я придумаю ее. Мужчины! Big barabam, big barabam, hip! Big barabam, big barabam, hip! Что вы чувствуете, леди? Вы немного отстаете. Давайте познакомим женскую энергию. Big barabam, big barabam, hip! Но все же вы знаете, что женщина без мужчины – это совсем неправильно. И женщина нуждается в мужской заботе, как никто другой. Поэтому давайте попробуем подружиться, стать одной большой семьей. И вместе одновременно у мужчины и женщины. Партии, напоминаю, мы женщины. Но мужчины, думаю, помнят, да? Попробуем одновременно. Раз, два, три, четыре. Попробуем поменяться партии. Мужчины поют женскую партию, а женщины мужскую. Ну, попробуем. И раз, два, три, четыре. Давайте обратно поменяемся. Женщины и мужчины, если нужно барабан, да? Меняемся обратно. Три, четыре. Oh,
люблю смотреть, когда блистает эта медь. Я с рифом придумаю, погоди. Yeah.
как дома. И я надеюсь, что сегодня вы тоже немножко стали. Мы сегодня с вами общей семьей и встретили здесь час земли. Александр Радовский, Салман Абур, Артем Юрнов, Толенька Кожай, все вы, Люба Золотова, меня зовут Саша Магерова. Спасибо.